И к другим темам. 16 миллионов на ремонт 1 километра дороги. Столько выделили из областного бюджета на замену полотна и ямочной работы. Его делают на подъезде в село Воскресеновку Мамлютского района. Сегодня там побывала наша съемочная группа. Еще неделю назад дорожное полотно на этом участке автотрассы в село Воскресеновку было сильно разрушено. Машины проезжали с трудом, а сегодня здесь новый асфальт. Восстановлением дороги занимается ТО «Авион Север». Текущий ремонт они уже провели на 400 метрах. Сейчас делают ямочный. Мы начали работы с 4 мая. Сначала мы сорвали старый слой асфальта, изменили профиль с применением щебня 20-40. После этого мы начали укладку асфальта асфальтоукладчиком. Общая протяженность первой кладки у нас получилась 370 метров, второй 75 метров. Подрядчик использует технологию горячего асфальтирования. При укладке температура материала должна быть не менее 120 градусов. Здесь она достигает 150. Такой способ дешевле, а качество дорожного покрытия лучше. Сейчас ремонтом занимаются 15 человек. Задействовано 11 единиц техники. Средства выделили из областного бюджета. Это 16 миллионов тенге. Закончить работы планируют к 20 мая. В настоящее время в Мамлютском районе производится текущий ремонт автодорог районного значения на общую сумму порядка 56 миллионов. В настоящее время мы сейчас стоим на автодороге подъезд села Воскресеновка, где это ведутся ремонт дороги дорожного покрытия протяженностью около километра. Александр Федоров живет в Воскресеновке почти 40 лет. Каждый день ездит на работу в Мамлютку и обратно. Так что эта дорога ему хорошо знакома. Говорит, проводили лишь ямочный ремонт, о текущем только мечтали. Надеется, что работу сделали на совесть и новый асфальт прослужит как можно дольше. Дорога была, в общем-то, никакая. Раздавлено все, между болот там вообще невозможно было. Стадион, вот это вот все там как бы тоже не подъехать было. Как налетишь на яму, так на ремонт поедешь. Ну, сейчас-то, конечно, приятно ехать даже. На текущий ремонт подрядчик дает 2 года гарантии, на ямочный – 1. В этом году в Мамлютском районе планируют привести в порядок участок дороги Новомихайловка-Минкисер и объездную в Новомихайловке. Алена Хан, Адиль Нуржанов, новости МТРК.